Сельское хозяйство – приоритетное направление Лёкминского района. За последние годы эта отрасль существенно окрепла, учитывая, что та же кладовая Лёкмы сегодня развивает не только животноводство, но и растениеводство. Комплексное развитие – процесс сложный, но результаты уже очевидны. Подробности у Елены Фаст. В апреле этого года о строительстве телятника в Винкюльском отделении кладовой только говорили. Правда, как о решенном уже вопросе. Вот телятник. Отсыпка, все проведено. Сейчас здание готово, идут завершающие работы. Скоро новоселье справят будущие буренки. Работа проведена большая. Собственно, совсем недавно о новых современных фермах только мечталось. А уж чтобы по всем правилам, отдельно телятник. И говорить не приходится. Все оборудование закупили, все оборудование пришло. Установили навозоудаление механизированное. Устанавливаем поильную установку, тоже автоматическую. Конечно, без высоких результатов и дальше мечты оставались бы только мечтой. Но коллектив доказал, район может выйти на совершенно новый уровень. Теперь можно говорить не только о надоях, но и увеличении поголовья. В принципе, стадо племенное. Это направление здесь держали и в тяжелые годы. Первую отдачу почувствовали сами жители. Сейчас молочная продукция поступает потребителю бесперебойно. Сливки, сметана, кисломолочка стали привычным разнообразием. Красная ленточка, которую вскоре торжественно разрежут на новом сельскохозяйственном объекте, не просто фанфары. Для сельчан это реальный символ новой вехи в жизни. Это новые рабочие места. Стимул к дальнейшему росту. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алёкминск.